тренировались мы 1,5 месяца, чтобы сюда приехать. Ну, также и тренировались, все те же препятствия у нас там есть, ну, кроме, конечно, брода. С бродом у нас не было. Ну, здесь ничего сложного нету. Россия, родина, что, здесь лучше. Самое сложное, ну, я думаю, стрельба. Нужно попасть, права на ошибку нету. Боеприпасов всего 3, и мишени тоже 3. Все, подготавливали, сами катались, проверяли, пристреливали вооружение сами, все подготовили машины. Учение есть учение, сказали, вперед, поехали, отстрелялись там, развернулись, свернулись, задачи выполнили поставленные. А здесь все равно соревнования, нужно, как и все спортсменам, тренироваться и показать лучший результат. Слаженный экипаж, все друг друга даже с полувзгляда понимают. Мы уже до такой степени оттренировались, что даже с полувзгляда и полуслова все уже понимают, о чем идет речь.